Всем приветик, друзья! Сегодня мы с вами распакуем вот такой вот лов-единорожка. Посмотрите, какая красочная коробочка. Интересно, что там попадется? По бокам нарисованы красивые девочки-единорожки. Сзади еще вот такой вот шарик. А с этого бока тоже красивые девочки. Уже не терпится узнать, кто же попадется нам. Вот такая половинка шарика у нас, с ушками и одним рогом, а также интересной ручкой. Слой этикетки всего лишь один, давайте скорее снимем его. Думаю, куколка должна быть красавицей. Снимаем крышечку. Именно таким образом открывается этот шарик. Здесь уже немного видна куколка, а вот костюмчик. А также подсказочка. Смайлик плюс барабан. Наклеечки. И вот такой красивый вкладыш. Какой он красочный, просто прелесть. Здесь нарисованы куколки и инструкции, как правильно играть с куклой. Приступим к распаковке пакетиков. Попадаются шортики. И белая кофточка. Что-то подозрительно. Мало похоже на девочку. А также голубая бутылочка. Может, это будет мальчик? И пакетик голубенький. Открываем. Попадается голова мальчика. Посмотрите. С такой прической у нас мальчика еще не было. Вот мы собрали его. Ручки и ножки двигаются с трудом, но все-таки это получается сделать. Просто нужно было разработать их. А вот он уже одетый. К сожалению, обуви не было. И кофточка оделась очень-очень с трудом. В ротике нет дырочки. Но если набрать в голову водичку, то мальчик будет уметь ходить в туалет. Ну как вам? Напишите свое впечатление. Шарик-единорожка попался мальчик. А теперь пиары. Подписывайтесь на канал Мисс Настя. У них очень интересные прямые эфиры и другие видео. Семья в японской деревне. У них скоро конкурс и не хватает несколько подписчиков. Скорее подписывайтесь. Супер Ниндзяго. У них конкурс на смарт-часы. Скорее подписывайтесь и участвуйте. Очень хороший канал. Ну а теперь пока!